Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Honor Magic V3, и сейчас я покажу вам, как ускорить немножко работу вашего устройства. Итак, открываем диспетчер системы, и здесь у нас пройдет небольшая оптимизация. Нажимаем «Оптимизировать». Небольшая проверка, вернее. И здесь мы можем немножко исправить некоторые элементы, нажать «Готово», и таким образом устройство чуть-чуть ускорится. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.